Вы задумали, что если бы школа была человеком, и она жила в вашем доме? Об этом я подумала и решила записать скетч. Новый формат на канале! Ну, давайте, я начнем, и вы увидите, как живет школа в моем доме. Школа, а что ты делаешь, пока меня нет? Выходные, завтра в школу не пойду, на уроки все забью. Завтра в школу не пойду, на уроки все забью. А новый материал я учу. Ну ладно. Достала эта домашка, как ее вообще делать? Настя, это же легкотня! Ну тогда сама садись, делай, и завтра иди в школу. Окей. Ну что, готова в школу? Конечно. Стоп, что? Ну-ка. ГДЗ в учебнике. Как хорошо. Легко. Что такого сложного было? Будто сзади учебника никто не смотрит, кроме школы. Бесит. Что такое? Круг нарисовать не могу. Какой формы надо? Такой вот. Кыш, легко сделаю. Так вот. Легко сделаю. Что тут такого сложного? Нарисовать эти штуки и готово. Все. Готово! Как ты такое сделала? Посмотри вот. Вот. То я тебя учу, как тебя делать. Иди сюда. Угу. Бьем циркуль. Отмечаем середину. Крутим аккуратненько. Вот. Понятно, Надя? Как же это срисовать? Ага, значит, берем воду. Вот это говно! Что так? Что такое, Настя? Я не знаю, как это срисовать. Это шедевр, полюбуйся. Ожидание и говно. Ладно, подожди, я скоро приду. Так, что такое? Еще нажимаем чик. Чик. Ну все, ждем. Ну, думаю, похоже. Думаю, похоже. Сейчас пойду. Ну, отнесу. Держите. О, точь в точь прям. Конечно, я же умею рисовать. Идеальные цветы подходят на любой фон. Дверь повесим. Да. Чаша золотая, где моя кружка? Пойду заваривать чай. Да кто так поет? Смотри. Да. Ну, научилась? Угу. Учись.
скачать фонограмму золотой чаши. О, идеально, скачка. Ну все, я готова. Это ведь любимая песня.